Дисклеймер: осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру от 16 лет. Вот у нас следующий влог. Да. Второй день, вы знаете. Это вот, как всегда, Влад. Круто, Костя. И куда мы идем? Мы идем в центр. Продавать мини-фит, нахуй. Ебать, ну я скажу так. Залетело первое видео просто на пушках. Все, вообще респект, ёпта. Короче, я у матери попросил полтос, и Костя у мамки попросил полтос, чтобы, короче, доехать. А у Костина, короче, карта в стоп-листину. Мы идем снимать бабки, нахуй. Подожди. Вай-вай-вай, идем, блядь. Короче, я проебал все деньги, нахуй. Теперь я бомж, мы едем в Алису. Подписываемся на канал, ставим дизлайки, лайки, да. Вот. Как бы все, блядь, выбросы, камеры. Короче, ебать, мы еле как добрались, нахуй. Добрались, ебать. На этой ебаной маршрутке я весь вспотел, как нахуй, сука, бывшая, пиздец, нахуй. Сплоща. Короче, идем ебашить домофон Алисе, нахуй. Кто, сука? Ай, блядь, хули ты дерешься, сука? Открой, пидорасина, нахуй, я на тебя компромат напишу, блядь. Вот так бы сразу. Так. Мы сидим у Алиски. Оп, ща какой ебёт себя за руку, оп, нихуя. Серж, ну ебани ты его уже за письку разок. Эй, блядь, нас на балконе закрыли, ебучий случай. Сержик. Сержик, у меня слаще. А у меня вкуснее. О, блядь, сука, куда бежать? Давай выбор будем поставим. Серж, кого вы ебёшь? Серж, печенька или хлеб? Серж, пошли. А хуй за хлебом потянулся, надо. Серж, смотри, у меня есть такая печенька. А есть вот такая печенька. Какую выберешь именно ты? Или вот такую? Серж, или такую? Выбирай. Ну, Тима, блядь. Как нельзя? Нихуя ты считерил, слышь, братуня, ёпта. Ты не прихуел. А, совсем забыл. Мы сейчас сделаем обзор на туалет. Так, заходим. Готово охуевать. Тут, короче, стиральная машинка, нахуй. Раковина 10 на 8, нахуй. Ну, блядь. Человечки, их ебать можно, не? Мне, короче, поебаться хотели, не получилось. Серж! Ну ебани печеньку, хули ты ебань. Нападать. Хуярит там. А, да? Так пусть там попердит и выйдет. Кто сказал? Блять. Чё? Теперь я снимаю. Хорошо. О! Джекпот! Блять! Ай, бля! Блять, моя кепка, ёбаный рот. Марио, что с Костей, что с ним? Тебя ебёт! Блядь, она меня обсирала, я не буду. Пиздец. Я не буду, блядь, хоть нахуй. Это контент. Бога, пиздец контент. Я не буду. Да вы же уедете. Сидите туда. Да не, мы нормально разговариваем. Симбу я. Спектакль окончен! Красец, свет! Псина ебаная. Кабель ебаный. Всем привет, меня зовут Нарек Карапетян и... Тебя ебут! Я снимаю свой блог. Я проебал кепку, теперь я без кепки, как долбоеб, да? Что скажешь? Ты так и был долбоебом. Гугути клипса, афаки, ичи, бичи, маса. Мы сейчас ждем Костю, блядь.
Слышь! В углу послышь! С нами Костя и сынуля. Сайлос, сынок. Собака. Ой, ой, ой! Тут Сайл. Камеру ближе, ближе. Ближе, камеру. Я приближу. Ближе камеру! Сейчас. Да, Рома, ты в влоге, ебать. Короче, с вами сегодня прощаюсь я, Лысый, так как Костя там разговаривает с Ромой. И все, на этом блоке мы заканчиваем. Всем до скорой встречи и всем пока.